Для одной норковой шубы требуется мех 60 животных. В Швейцарии перерабатывают мех из Дании. Эта страна сейчас один из крупнейших в мире производителей пушнины. Зверьки живут в металлических клетках и спят на подстилках из соломы, кормят их рыбой и мясом. В природе норки добывают себе пищу в водоемах, но, как говорит Ан Нордгард, у нее на ферме норки обходятся без доступа к воде. В дикой природе они охотятся в воде, но здесь мы сами даем им пищу, поэтому им не нужно воды, чтобы плавать или резвиться. Для них это не играет никакой роли. Клетки здесь маленькие, едва ли метр в глубину и 30 сантиметров в ширину, но заводчица утверждает, что зверькам тут не тесно. Ежегодно на шкурке здесь идут 13 тысяч животных. Часть норок оставляют на развод. Лучших производителей заводчики определяют по качеству меха. И вот мы видим на витрине великолепные шубы. О том, что вынуждены терпеть животные ради нашей любви к изысканным мехам, мы, как правило, вспоминать не хотим.